когда я бомбил, расскажу вам сейчас очень интересную историю. Когда я бомбил, это был 2008 год, 2009, может быть, у меня тут, я на своей ржавой восьмерке, короче. Я утром выехал целый день, набомбил, короче, 1600 рублей. Значит, уже под вечер домой возвращаюсь, короче. Вот уже заворачиваю близко, подъезжая, как бы, и человек стоит и говорит: здравствуйте, здравствуйте, отвезите, говорит, меня там до метро Университетская, там я билеты куплю, говорит, вот, и обратно мне привезете, типа, я вам заплачу 500 рублей. Ну, ништяк, прилетело так, прилетело, ну, ехать-то что? Говорю, хорошо, поехали. Сел он там туда-сюда, поговорили, короче, 5-10, он говорит: ты откуда? Я говорю: из Грузии. О, говорит, я вот сейчас как раз лечу, говорит, в Грузию, потом в Армению, говорит, еду. Вот. Говорю, хорошо там. Он зашел туда, значит, в этот торговый центр. Там какое-то время прошло, а я его жду. Он говорит: подожди. Зашел, он возвращается, короче, вернулся, короче, он говорит: билеты, говорит, подорожали, говорит, есть какие-то деньги? Я говорю: у меня как бы там, что у меня, 1600 рублей, говорю, если поможет. Ну, говорит, ну ладно, давай, говорит. Я ему отдаю 1600 рублей, он заходит, и все, я тут жду 10 минут, 20 минут, полчаса. Короче, я такой на нервах. И, значит, тут самое удивительное потом было. Значит, я захожу, а тут охранник. И говорю: такого-то, короче, мужика темный, он такой хромой, говорю, не видел никак, ну. Так, говорит, забей, говорит, это частое явление, говорит, сюда таксисты привозят, говорит, и потом выходят, а там, оказывается, другой выход у этого торгового центра, короче. Я тут пропорол, ну, я понял, в чем прикол, короче, я такой расстроенный, блядь, я целый день набомбил, все бабки у меня отжали, как у лоха последнего. Я не знаю, в тот момент я бы его съел, если бы я его увидел, там, я не знаю, короче, там это прям... Все бабки, представляешь? Хорошо, время прошло. Вот слушайте, время прошло. И, значит, 2014 год. Я уже новую, только-только тачку Камри купил с завода, короче. Нульцовую, там, 45 тысяч баксов, короче. И еду. Жену везу, короче, значит, домой к себе. К маме имеется в виду. С трешки съезжаю. Я этого человека помню даже сегодня. Я до сих пор я его помню. Вот же судьба же такая, да? Я такой сворачиваю, смотрю, он опять голосует, и этот человек стоит здесь. Раз я останавливаюсь, опускаю, короче, окно и смотрю на него, короче. И он на меня смотрит. Ну, он, конечно, меня не узнал, но я-то его помню даже сегодня, этого человека, лицо. И, короче... Я ему ничего не сказал, закрыл окно и уехал. Жена мне спрашивает: что это было? Говорит: что это такое? Я говорю: да, не, ничего, говорю, проехали. И представляешь, вот этого человека хотел бы, знаешь, вот если бы я еще раз его увидел, сказал бы: чувак, у меня все, заебись, как ты сам. Ну, в тот момент как больно было, конкретно это просто, знаешь, как обидно. Вот последний хлеб у меня он отжал конкретно за целый день в эти пробки то, что... Ёбался, короче, он меня за 5 минут, у меня все отжал, конкретно. Я к чему тебе хочу, друг мой, сказать, что люди бывают разные, разнообразие, так есть хорошие люди, плохие люди, везде и во всем мире это так. Поэтому имеется в виду, смысла нет расстраиваться, значит, идти надо прямо и ни на кого, ни на что не обращать внимания. Люди, на то и есть люди. Есть хорошие люди, есть плохие люди, чтобы отличать хорошее от плохого. Поэтому не обращайся, если у тебя есть цель, все у тебя получится. И не обращай внимания на все это, потому что я сам понимаю тебя, что ты говоришь. Я сам бомбил, я это знаю, что это такое. Но оно этого не стоит, поверь. Все впереди, дальше, там, будущее там. Не здесь, а там. Поэтому не расстраивайся, друг мой. Люди разные бывают. Есть хорошие люди, есть плохие люди. Надо побольше терпения иметь. Я понимаю, потому что в тот момент бы, я не знаю, там на второй день, на третий день, если бы я его увидел, я бы его разорвал там, ну, понимаешь, да? Но потом со временем, у меня все хорошо, вот я бы сейчас его увидел, друг, у меня все хорошо, можешь себе в долг дать денег или просто так подарить, ё-моё. Поэтому не обращай внимания, все у тебя получится, брат мой, все, это все временно. Все будет ништяк, не обращай внимания на это. Люди разные бывают, по разным причинам. Всем добра, хорошего вечера, берегите себя и своих близких.
Но это было конкретно. Столько лет прошло, я человека увидел опять. Жесть.